Эй, Рори совсем не гоночная машина. Ты даже не доехал до финиша. У тебя вытекло масло. Эй, Макси, не говори так. Извини, давай обсудим Крис. Гонку. Ты не думаешь, что это было слишком опасно? Это мои шины. Они очень скользкие. Твои шины? Отлично. Завтра как раз привезут новые. Фантастика. Они лучше старых. Рори, ты как? Ты не закончил гонку, сынок? С моим двигателем что-то не так. Хорошо, не беспокойся об этом. Мы заменим его утром. Маломощный. Ух ты! Тебе понравилась поездка, Малком, а? Это совсем не звездок. Я попал в аварию. Да-да, вернусь сегодня утром, сэр. Не беспокойтесь, все под контролем. Конечно. Я больше не хочу кататься на скейтборде. Конечно, ходит. Я исправлю мотор, и он будет помедленнее. Немножко. Флэш, мне иногда кажется, что у тебя ума не больше, чем у обычного кролика. Что? Малком? Я механик, о да. И я не знаю, я где не могу это вынести. Я механик. Эй, большой Крис, не играй у меня на нервах, хорошо? Не нервничай, Макси. Так, а куда я только что положил свой гаечный ключ? Выходи, большой Крис, ты понял? Кто это сказал? Выходи, кто? Большой Крис. Я слышу голоса. Большой Крис, ты здесь? О, действительно, меня кто-то зовет. Марша, это ты, да? Мистер Карбюратор едет. Он хочет увидеть гонку Рори и Макси. Они оба готовы. Все шины Макси готовы. А что насчет Рори? Он следующий. Я ищу Малкома. Мне нужна его помощь в обеспечении безопасности. А, вот ты где, Малком.